сегодня 30 апреля. Пришел с работы. Тут прошла информация, что старый мост закрыли на Барнаул. И значит, там дорога пустая. И сейчас я сгоняю на разведку. Первый раз. То есть более чем на 25 километров поеду. Первый раз выехал на старт шоссе на своем, как я уже в предыдущих видео говорил, собираюсь в этом году совершить марш-бросок до Рубцовска, то есть 300 километров. Вот. Начинаю подготовку. В мае месяце у меня отпуск, примерно с 15 мая. И думаю, где-то к концу мая я должен это сделать. Не знаю, получится, не получится. Много разных обстоятельств. В том числе и заболеть можно. Но буду пробовать. Постараюсь все этапы своей подготовки снимать. То есть просто тренироваться. Ну и, естественно, всякие там... Может, что-то буду, типа, дорогу дополнительно брать. Хочу попросить сына своего, чтобы он вместе со мной поехал. Только он, чтобы на автомобиле. Чтобы мне назад из Рубцовска уже не на велике, а именно в одну сторону, 300 километров. Без ночевки и назад. Ну, примерно так. Ничего не делал велику, просто силой поехал. Ну, естественно, подкачал. После зимы вкатываться тяжело. Вроде бы на улице ветра нет, а такое ощущение, что встречный. Все-таки есть, наверное. Переключился на пониженную, чтобы ноги почаще маслали. Нище идет, капец. Куда смотрит ГИБДД? Вот эта мелкая щебеночка, камешки могут запросто проколоть мою резину.
информация, что закрыли старый мост, ложная. Если бы его закрыли, вот столько машин бы не ехало оттуда. С левой стороны луга заливные. Вот. Сейчас тут рыбакам будет раздолье. Рыба зайдет в ямки. Пьем на ходу. Чувство, чувство радости, что я на велике еду, и чувство страха. Несутся, как угорелые. Стараюсь подальше от обочины, видите? Почему мне нравится эта дорога? Здесь техническая полоса широкая. В принципе, даже автомобиль войдет. Вот я еду с краю. Покажу тень немного свою. О, байкеры. Едут все груженые. Наверное, не наши какие-то. Горные поехали. Да, так я езжу здесь. За лето встретишь, кого только не встретишь на дорогах. И голландцы, и поляки. На мотоциклах, что интересно. Квадроцикл поперли. Симптомы. Маленько стало давать о себе знать левая коленка. Давно не крутил. Ну, немножко сейчас нагрузку убавлю, скорость убавлю. Сейчас 27. Переключился на пониженную. Ноги стали чаще маслать. Но думаю, коленке должно быть полегче. Весна, все залило водой, но сейчас вода маленько спала.
вон, видите, с левой стороны дороги едут мои коллеги, так сказать, велосипедисты. А здесь вот продают веники и готовятся к 9 мая. Да, кроссовки одел, давно не одевал их. Ноги прям чувствуются, как затекли. Фу, перекурим, водички попьем. Спешились велосипедисты, пойдут пешком через мост. Мы как-то шли с женой здесь, видео у меня есть. Что-то мы через мост, наверное, час, если не больше, шли. Так что лучше ехать. Немножко стало жарко. Одну ветровочку сниму, думал, будет холодно. Ну все, назад. Значит, ехал я сюда. Ехал, было 79, сейчас 93. Примерно 14 километров в одну сторону. Мы поедем назад. Это у нас бывший пост ГИБДД. Хочу показать всю дорогу. Ну, ускорю, конечно, видео. И покажу. Техническую полосу пока еще не чистили. Видите, вся в грязи. Она вот до самого вот этого отбойника должна быть чистой. Еще раз напомню смысл сегодняшней покатушки. Во-первых, с ночи пришел, чтобы разогнать кровь. И разведывать, закрыли старый мост или нет. Ну, как показала разведка, мост не закрыли. А вот смотрите, сейчас поближе еду протоки. Видите, вот там, где деревья, там где суша. Тут сейчас весна, все залило водой. А вон рыбаки. Еще рыбачок один. Сейчас позвоню своему товарищу Володе. Это он мне сказал, что мост закрыли. Володя, привет. А я вот на старом мосту, не закрыли мост. А, ну,
Может что-нибудь залили ямы эти. Ну я сегодня, я думаю, на разведку поеду. Думаю, блин, сейчас дорога будет свободная, классно кататься. А тут, блин, машин море. Ну, понял. Ну ладно. Понятно. Ну ладно, Володь, давай. Ну вот, вчера закрывали, видимо, ремонтировали. Ну уже невозможно было ехать, потому что яма на яме, уже пробки бешеные были. Ну все, двигаемся дальше, позвонил. Назад поеду, наверное, немножко по другой дороге. Для интереса. Мимо кладбища проеду. Сейчас вот еду и думаю, если поеду в Рубцовск, надо выбрать день, когда меньше ветра. Хотя как угадаешь, за 300 километров там и ветер поднимется. Это примерно 15 часов езды. Так что посмотрим. Смотрите, разошелся. 32-30. С той стороны железной дороги грибной канал. Ну как-нибудь съезжу туда. Я уже ездил, видео есть. Более подробно съезжу, покажу. С той стороны видно, зеленая трава начала появляться. Завтра 1 мая, почки набухают. Блин, на дороге стекло светится мелкое, боюсь проткнуть. Возвращаюсь в родные, как говорится, пенаты, Новоалтайск. Тут что-то задымление с правой стороны. Колония, наверное, уборку производит. Дым идет. Вот эта вот труба, все это с колонии. Восьмерка. Видите, какие заборы. О, а здесь-то у нас мусора. Ужас. Перестроить все-таки, сверну на Новоалтайск.
на большую звезду. 36, смотрю, легко идет. На звезду переключился, разгоняться негде. Вон там горка сейчас вниз поедет. Ну вот, смотрите, до 40, до 40 развил. 42. Переключился на пониженную, на маленькую звезду, все-таки тяжело. А вот это здание корпуса хлебозавода на Валтайском. Сервис. А вот это памятник советскому зодчеству. Или как? Строили завод. И случилась перестройка. И вот уже 27 лет в таком виде. Все, попутный ветер. Сейчас последние пару километров долечу. Вон, видите, педали не кручу, а скорость 30. До 40 разгонялся. А вот там вот видите труба. Это вагоностроительный завод. Алтайский вагоностроительный завод АВЗ. Пока работает. А по большому счету, кто работает, кто не работает. Вот это торговая сеть Мария Равни. Они здесь хлеб пекут. А это вот стоянка, привозят со всей Средней Азии автомобили, со всей России. На автомобилях привозят продукты. Мария Равна склады торгуют. Это больше 1000 магазинов, говорят о них. На выдохе проехал, чтобы не заглотить дым. Thank you.
сажу на стуле. Капец, дорога. 7 километров в час. Ну вот, вот я и дома. Первое мое путешествие более-менее нормальное в этом году. Давай. Так, проехал я по спидометру. Что получается? 27 километров. Ну что, вот я и дома. Всем привет. Ну и конечно, после поездки на 27 километров. Сейчас включу. Опа! Душ. Душ, душ, душ. Душ надо принять. Да. Так. В душике. Вот так вот. Хорошо. После такой пробежки, после ночной работы и пробежки. 27 километров. Ну, будут пробеги еще больше.